она может быть вот такой, а может быть и сумма. Правильно? То есть я пишу А плюс Б. То есть я ищу асимптотику вот в такой форме. Штрих определяется чем? Вот этим вот уравнением. Ну а как найти, смотрите, что получается? А теперь вопрос такой. Если я ищу единственное решение на всем диапазоне координат, да? Про которое я что знаю? Что оно справа, то есть на минус бесконечности, а слева, да, будет выглядеть вот так. А что будет справа, то есть на плюс бесконечности? Что-то вот такое. Но что мне в нем неизвестно? Ни А, ни Б. То есть мне нужно мучиться и эти А и Б найти. Но постановка задач понятна, да? И эти коэффициенты А и Б фактически и будут ответами на вопрос, как происходит рассеяние данной частицы на потенциале. И вот из этих коэффициентов А и Б мы будем извлекать физическую информацию. Но, по сути, математически мы уже знаем ответ. То есть, если мы, решая уравнение Шрёдингера на конкретный вид вот этого потенциала, нашли коэффициент А и Б, значит, мы что? Знаем решение задачки о рассеянии. Потому что что такое задачка о рассеянии с точки зрения физики? Вот у нас потенциал стоит в начале координат. Мы пальнули по нему пулей с импульсом P, правильно? Эта пуля куда-то ушла. Где мы ее ловим и ищем ее характеристики? Где-то тоже на бесконечности. Верно? То есть мы на самом деле не стремимся к тому, чтобы найти полное решение вот этого уравнения. Мы ищем только его асимптотики на плюс и минус бесконечности. Как интерпретировать? О, сейчас. Я на самом деле написал чушь. Извините меня. Надеюсь, это вас не вернет. Чушь вот какую. Если у меня частица вот так летит сюда, то она либо пролетит, либо отразится. Правильно? Поэтому вот это надо убрать, а написать его сюда. Плюс b, e в степени и p, x на h. Ну вот, извините, заигрался. Что? Минус. А, да, минус, конечно. И заметьте, уже без штриха, да? Почему я так пишу? Давайте поймем. Я выстрелил частицей. Что она может сделать с точки зрения одномерности? Вот когда многомерная, как происходит рассеяние? Я пальнул пулей, и она куда-то там улетела под углом альфа, да? И два угла надо ввести, куда она улетела. А в одномерном случае что происходит? Она либо летит вперед, либо отражается назад. Вот она пролетела вперед. Вот она отразилась назад. То есть, если я ищу решение стационарного уравнения Шрёдингера для одномерного рассеяния, то я хочу, чтобы на плюс бесконечности было вот такое, а на минус бесконечности было вот такое. Ребят, поправьте, ну вот. Так-то я не прав был сначала. И мне удобно это так интерпретировать, что если я выстрелю состоянием по какой-то там, по какому-то потенциалу, то у меня это выстреленное состояние может вернуться назад, а может пролететь насквозь. И меня интересуют именно асимптотики. Ну вот, да, кривой получился пункт в силу моей ошибки. Но фактически я вам рассказал в пункте номер разве 5 был? 8, да? Значит, 8 пункт фактически о чем вам говорил? Ой, да, я бы назвал его даже так. Постановка задачки про одномерное рассеяние. Да?
То есть мы же ничего не решили, мы не нашли ни коэффициент А, не нашли коэффициент Б, но мы поняли, как это надо делать. Ну и на самом деле вот на семинарах вы эти коэффициенты А и Б будете искать. При условии, что P и P' связаны вот этим равенством. Конечно, самый простой случай, когда у плюс равно у минус, тогда их можно оба вычеркнуть и приравнять к нулю, правильно? Но иногда бывает не так. То есть, например, можно искать рассеяние на потенциальной ступеньке. Вот такое тоже бывает и даже будет, наверное, где-то в задачах. Ну, на самом деле, конечно, к этому я еще вернусь, и это тоже подробно будет рассматривать Евгений Александрович. Так, пошли дальше. Это был пункт 8, пункт 9. Пункт 9 очень важный. Это принцип суперпозиции. Чрезвычайно важный пункт, без него, я бы сказал, не было квантовой механики как таковой. Пожалуйста, запишите крайне внимательно формулировку принципа суперпозиции. Оно звучит этот принцип так, что если у системы есть состояние пси, и если у системы есть состояние фи, то система может находиться в состоянии c1 на пси плюс c2 на фи. Ну, это совсем уж строго. А если грубо, что если система находится в одном состоянии и в другом состоянии, то она может находиться в состоянии, являющемся линейной, как это сказать, комбинацией первых двух состояний. Вот в этом, конечно. С1, С2 это какие числа? Что? С1, С2 это какие? Это какие-то комплексные числа. Значит, если система может находиться в состоянии пси, может находиться в состоянии фи, то она может находиться и в состоянии, являющейся линейной комбинацией этих двух состояний. Вот это очень важный момент в квантовой механике. Как вы понимаете, в классике такого нету, да? А вот в квантовой механике это есть. И это очень сильное ограничение, которое позволяет получать очень интересные вещи в квантовой механике. Уравнение Шрёдингера линейное позволяет нам, по крайней мере, понять, что этот принцип не противоречит. Правильно, уравнение Шрёдингера? То есть, если у нас есть какое-то решение стационарного временного уравнения Шрёдингера пси и какое-то решение, естественно, однопроблематическое семейство, то есть сумма тоже будет, да? Решением временного уравнения Шрёдингера. Это вот то, что позволяет нам этот принцип суперпозиции, собственно, формулировать. Ну и вот ровно говоря, и здесь тоже, да? Что если у меня есть решение с такой асимптотикой или с такой асимптотикой, то и сумма тоже, да, есть решение. Что я хотел сказать, по этому поводу вылетело из головы. Ну давайте на этом закончим. Значит, перерыв будет увеличен до 15 минут. Дмитрий Иванович, я вас на прошлой лекции просил смотреть книжки. Вы знаете, давайте я пока сформулирую этот ответ в отрицательном плане. Пожалуйста, не изучайте квантовую механику по третьему тому Ландау Лившица. Хорошо. Ну, я все равно еще раз попрошу, чтобы вы... Да, но рекомендация есть. Найдите, пожалуйста, книжку Сартри. Вы ее поискали?